Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем, как отучить собаку тянуть поводок. Выход на улицу для собаки – это своего рода приключение. Ей нужно все поскорее обнюхать и осмотреть. Тянуть поводок собаки начинают в щенячьем возрасте. И если хозяин не обратит на это внимание, то у питомца заложится привычка, которая позже станет проблемой. Подготовку к прогулке нужно начать дома. Поиграйте перед прогулкой, чтобы во время променада питомец уже чувствовал себя слегка уставшим. Попробуйте поводить собаку на поводке в домашних условиях. Дома нет тех отвлекающих факторов, которые на улице заставляют собаку поддаться эмоциям и перестать контролировать свое поведение. Если собака тянет поводок, причиняет вам дискомфорт, используйте поводок как канал связи, одергивайте питомца не сильно, но твердо и играйте с питомцем в гляделки. Приучите собаку, что прежде чем куда-то устремиться, нужно вопросительно посмотреть на хозяина. Если вы видите, что питомец смотрит на вас и ждет сигнала, похвалите и дайте лакомство. Это закрепит новую полезную привычку. Если собака сильно возбуждается, выходя на улицу, давайте ей команду рядом. Первые минут 5 собака просто должна идти рядом с вами. Это позволит ей успокоиться и наладить с вами контакт. Также можно останавливаться и командовать сидеть. Собака должна сидеть и ждать разрешения идти дальше. Так нужно повторить несколько раз. Когда собака успокоится, можно будет поощрить ее лакомством и отпустить погулять. Если у вас есть возможность гулять на открытых пространствах, где нет транспорта и мало людей, можете попробовать постоянно менять направление движения. Если питомец не будет знать, в каком направлении вы двинетесь через минуту, ему придется ориентироваться на вас и следить за вашими движениями. Если вы работаете над поведением питомца, используйте воспитательные меры всегда, на каждой прогулке. И всегда ведите себя уверенно и невозмутимо. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.